Китайгородскую стену в центре столицы отреставрируют. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. Агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Департамента культурного наследия города сообщает о согласовании проекта реставрации Китайгородской стены в центре столицы. Уточняется, что участок Китайгородской стены от Птичьей башни на углу гостиницы «Метрополь» до станции метро «Площадь Революции» является объектом культурного наследия федерального значения. В ходе работ специалисты приведут в порядок кирпичную кладку. Все этапы реставрации пройдут под контролем ведомства, заявил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. По его словам, реставрация такого знакового объекта – огромная ответственность. Перед разработкой проекта были проведены научные исследования состояния объекта, записаны повреждения и их масштаб. Проект предусматривает демонтаж поздних элементов, которые искажают исторический облик памятника – полы печур и дверные блоки. На этом у меня все. Следите за новостями столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!